Ремонт путепровода «Аврора» и Южного моста идет круглосуточно. Деформационные швы с одной стороны смонтированы на 50%. К концу месяца обещают положить нижний выравнивающий слой асфальтобетона. И уже к 15 июля здесь откроют движение. Начнется ремонт второй стороны. Глава города Олег Фурсов призвал подрядчика сокращать сроки ремонта. Надо сейчас пересмотреть и более жесткие сроки поставить. С точки зрения организации работ, выставления людей, если есть резервы, значит, надо людей дополнительно выставлять. Днем на объектах работают 45 человек, 15 человек в ночную смену. Замечания главы города пообещали учесть в ближайшее время и увеличить количество рабочих. Будем привлекать на момент оклеечной гидроизоляции, то есть будут у нас привлечены бригады. По мере поступления барьерного и перильного ограждения тоже будут привлечены еще дополнительные люди. Это порядка еще 30 человек. Протяженность мостового комплекса 1200 метров. Строитель дает гарантию. После модернизации объект прослужит горожанам еще несколько десятков лет. Ремонт моста, он назревал очень давно. Вы знаете, что он был в предварительном состоянии. И я хочу сказать спасибо отдельно правительству, области и губернатору. Вовремя выделены деньги. И подрядчики приступили своевременно к ремонтным работам. Потому что некоторые вот моменты показывали, что критическое состояние было. Отдельных элементов моста было критическое состояние. Еще один вопрос благоустройства прилегающей территории. Олег Фурсов сделал замечание подрядчику. Территорию нужно убирать своевременно. Также представители районной общественности рассказали, переход через площадку Толевого не освещается. Письмо в горсвет отправили, но вопрос до сих пор не решен. Мы же знали об этом ремонте с января месяца. Ну и что, неужели нельзя было все это скоординировать и организовать? Ну, попросили бы подрядчика, чтобы они помогли временку какую-то кинуть. Это же элементарная, так сказать, забота о людях, беспокойство о людях. Ну, ребят, пока бы... Значит, вам срок 3 дня, разбирайтесь. Глава города поручил активнее привлекать к контролю за ходом ремонта общественность, чтобы у жителей района всегда была оперативная информация. Полностью завершить ремонт на путепроводе «Аврора» и Южном мосту планируют в октябре. Лариса Шлафаст, Василий Колдашов. События.